Когда мы читаем научно-фантастический роман или художественное какое-то произведение, мы прекрасно знаем, что все, что написано в книге, несмотря на то, что это все очень красивое, это всегда вымысел автора. А встречали ли вы когда-нибудь книгу, которая сочетает в себе не только красивую картинку и сюжет, и героев, но также те чудеса, которые в ней происходят, их можно реализовать в реальной жизни? Было ли когда-нибудь такое? Встречали ли вы такую книгу? А я вам такую книгу покажу. Представляете, она действительно есть. Она называется «Тайна Елизабет». Ее автор Михаил Радуга. И в основу этой книги легли по-настоящему действующие практики и по-настоящему реальный феномен выхода из тела, или, иначе говоря, фазы. В книге этого уникального автора нет случайных строк, нет случайных предложений, нет каких-то просто пустых фраз. Автор на своем опыте доказал, что выходы из тела возможны. Доказал на опыте своем и опыте тысячи своих учеников. Он провел множество семинаров в России, за рубежом и в Америке. И люди выходили из тела. И есть реальные техники, как сделать это всего лишь за 3 дня. И в основу книги этого художественного романа легли эти техники и новые разработки автора. По получению новой информации вы сможете расширить границы своих собственных возможностей и привнести в этот мир нечто новое. Вы научитесь жить в двух мирах. И все это вам даст новый роман Михаила Радуги.